на три девочки, я и она, играя в этот песочек, нашла рубин. Подарили Александру Второму и первому. Ну и вот. И с этого поля, с этого места началась добыча рубина. Но здесь не только рубины и сапфиры. Камни попадались по 10 каратам. И попадались такие, что я вот нашел в дедовских высыпках. Деды, видимо, добывали, часть породы уводили на речку промывать, она тут рядом. А часть все-таки осталась. И мы брали сито. Просто-напросто брали сверху, что перемывали снова, и попался один камень, где-то около 7 карат. Ну, удивительно, половина рубина, половина сапфира. Такие попадаются, да. Но это, как говорится, исторический факт. И вот где-то около 6 лет назад здесь была разведка. И разведку мы начинали вот с того, вот где тот лес. То есть этот лог заворачивается туда, и там брали на краю, уже Белоруссию брали, доходили до Галичника. У нас бутара была, ну не у меня, у этих геологов. И я им просто все показывал. И в этой бутаре промывали эти пески, тоже попадались рубины. Вот как раньше добывали, здесь бригада была почти 200 человек, это вот 1700-е годы. Значит, они делали запруду наверху и копили воду, а зимой добывали эти пески, а потом ели, ложили комлем вверх, то есть, чтобы ветки были вот так, укладывали дно. Всем и на эти ели сыпали эти пески, потом открывали шлюз и шла промывка. До 250 камней только сапфиров и рубинов за одну промывку добывали. Не считая, что тут же попадались и топазы, окатанные там перилы. Почему рубины и сапфиры здесь, это до сих пор пока загадка. Хотя, в общем-то, есть такой Кисин, который занимается рубинами и доказал, что на Урале существуют ювелирные рубины, большая формация, но они приурочены все к мраморам. Вот почему, вот здесь есть месторождение мрамора между этой Бызова и Сартакова. Там в мраморах есть такой у меня друг, очень такой. Мы его знаем. Да, разбирает. Да, и вот там в этих мраморах мы находили шпинель. То есть, видите, шпинель это уже близко к рубинам. Вот там же интересное вообще там место, вот это вот месторождение само-то не мрамора, а железной руды. И вот там добывали железную руду, титаномагнетит, а боковые породы оказались мраморами. В Липовке то же самое, уже на дне карьеров открыли рубины. И эти рубины, голубиная кровь, они не очень крупные, но в огранке лучше камня не бывает, наверное, видели, да? Очень красиво. В музее заказника есть два образца. Два. И часть Кисин передал в музей природы в Екатеринбург, то есть в областной краеведческий музей, там эти рубины есть. Есть и шлих с них, и есть уникальный образец, он величиной с вишенку, и внутри как будто косточка, зернышко сапфира внутри. Вот самый красивый образец. Нет, ну тут, видела. Конечно, были интересные очень камни. Но и главное, что вот та часть верхняя не домыта. Это точно. И вот сейчас будем проезжать на торце. Там надо тоже... артель организовать. А? Артель организовать. Да, мы ну, столько рук. Промывку нам сказали, давно там что-то не домыто. И вот на... Столько рук вот это татарский лог. Когда они занимались здесь промывкой, они занялись там этим логом. Вот. И в этом логу то же самое оказались рубины и сапфиры. Но глубина залежания этих песков уже почти 3 метра, то есть гораздо глубже. Работы большие делали, но то же самое попадались хорошие камни. Ну а самая большая работа была, это на Амбарке, мраморный лог называется. Слышали, может быть? Да. Это уже за, как это? Нынче там было. Две деревни. Нет, там даже, вот где они мыли, да? Там боковая идет такая огромная канава, как в этих барках. Воды там очень мало. Воды нет, да. Воды вообще с водой. Вот тут находится консул, этот самый Майоровский, тоже титаномагнетитовый, но что удивительно, этот самый титаномагнетитовый рудник пронизывается тоже пегматитовыми жилами, и вот одну жилу там даже хорошо видно, и от этого титановомагнетитового рудника, там вот где сейчас конец леса и пашня, там на пашне то же самое выходят пегматитовые жилы. Вот мы одну подсекли, эту жилу, вот сейчас ее начинаем раздраконивать. То есть тут видите, какое железная руда рядом. Но там был такой Мельников-Печерский, описал, что вокруг Майоровского рудника находятся жилы с эпидотами 12 сантиметров длиной и чистейшие кристаллы. Или когда рудник расширялся, они все выгребли, потому что в боковых ямах, которые вот типа разведочных я пытался найти, нифига не нашел. Найти такие эпидоты, но то, что тут эпидоты, железная руда, это само собой, они могут быть вполне. Но где вот эти ямы, вам бы найти 12 сантиметров, да прозрачные, фисташково-зеленого цвета. Боже. Так что вот так вот, а промывку делали вот тут на речке, вот она прямо внизу. Таскали туда все, на лошадях эти пески, бутары, и пошло. Отличие золота и эти камни промывка в чем? А в том, что золото на резиновых ковриках, этот магнетит вместе с золотом. А тут главное, нужно, значит, взять, сделать промывку, чтобы глина ушла, мелкий песок, самый мелкий, ушел, и чтобы никакой грязи, а потом высыпают на материал белый какой-нибудь там, и уже тогда их очень хорошо видно. Вот мы аметисты на Артемьевской промывали, там, когда кончилась добыча, перестройка все порушила, они часть в отвал выкинули прямо из занорышами. Так мы, значит, мыли, и толь положишь на стол, промоешь, и нечего делать. А вообще, самое интересное, во время советской власти вот эта ватиха, добывали аметисты, им платили за проходку и за твердость, как говорится, породы по категориям. И этим рабочим было до лампочки, эти аметисты. А называлось, хотя это, как говорится, разведка с попутной добычей. Успеют геологи выхватить занорыш. И вот эту Сизиковскую дорогу, часть, почти всю, они отсыпали ямы эти, засыпали, брали, значит, бульдозер, сыпали на машину, увозили сюда и высыпали вместе с аметистами. У меня жена проползла всю эту дорогу, и где находила осколки или маленькие кристаллы, делала залом на ветках. Мы потом садились и доходили до грунта и разбирали эту дорогу. Прямо вот полностью. Поэтому ее нет, да? И что вы думаете? На некоторых участках, видимо, как занорыш попадал, полиэтиленовый мешок аметиста. Да нет, ты. Это я не заливаю. Это точно.